Rust. Rust. Мы играем в первый раз. С самым веселым на свете человеком. Пашей? Андреем. Это прям вчерашняя версия альфа. Хорошо, ну что, погнали, play game. Давай, хорошо, нам нужно как-то, скорее всего, попасть куда-то в одно место. В одно место, давай. В одно место попасть. Официальный только в Токио, а нет, не только. Типа official Tokyo, UK, нет, я не хочу в Токио. Вон есть русскоязычные, античит, PvP. В комьюнити ты смотришь? Да, 122 человека. Я не вижу. У него самый маленький пинг. Ru Rust Server.ru. Бля. Что? У меня нет, я не вижу. Ну, ты комьюнити нажал, может, тебе надо еще подождать. Да я давно уже нажал. Просто... Ну, мы можем на Germ... А, блин, тоже дохера людей. Чего так много людей? Ну, у меня тут есть, типа, какой-то просто Multiply Rus Escaping Hell. 41 человек и пинг 20. Да, у меня пинг больше. Блин, а как же нам слипнуться с тобой? Вот и началось. Да, у меня, значит, думаю, есть это. Мы рано начали записывать. Да не, я потом еще вырежу, что там. О, у меня тоже есть Multiply Rus Escape. Давай туда. Escaping Hell, да? Да. PvP. Да. Погнали. Давай. Как его выбрать? Звездочку надо? Классу два раза на него. А звездочка что делает? Какая звездочка? А ты зашел уже, да? Читить? Да, я... О, эро, блядь. Я появился в какой-то залупе. Блин, вот это даже лагает. Из-за записи. Подожди, вот этот хрен в рубашке, это что, ты? Так. Milky Way, это ты? Не, а я даже не знаю, как... Я не выбирал себе имя. Я тоже не выбирал, я... Типа какой-то стоит чувак Milky Way возле меня. Это не я. Убей его. А, я, наверное... Подожди, я сейчас напишу в чат. Меня уже нахер послали. Ну, я Болба. А, я вижу Болба, ну... я нашел. Как надо, типа? Надо. Смотри, ты видишь горы? Блин, чё у меня так тормозит? У меня тоже тормозит, нужно немножко, блин, опустить. Попустить надо немножко. Так, left. Приспустить. Подожди, я хочу Бля. Render quality. Fire. Graphics. Ну, пощу render quality, допустим, на середину. Лазер. Ой, сейчас что-то произойдет. Все? Ну раз, смотри. Раз. Хуй. Хуй. Жопа. Жопа. Ладно. Ага, ну ты видишь, справа есть такая штучка, которая пишет типа твое состояние в данный момент. Да, да, да. Скоро вот мне понадобится. Она сейчас еда. Пишет, что мне сейчас явно холодно. Бля, у чувака сиськи отвалились. Да, 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 мне тоже холодно. Холодно и типа. О, я камень взял. А, не, он был. Блин, слушай, тут темнее. Под стоп, закат у тебя с какой стороны? О, я вижу какую-то хату. Так, у меня есть камень на единичке, и на тройке есть факел. Причем, судя по всему, я уже горю. В огне я... горишь? Да. Так, о, я вижу горы, чувак. Вот такие, типа, скалистые, да? О, я вижу какого-то хера. Сейчас я пойду его завалю. Подожди. Какого хера? Просто чувак стоит. Если это Milky Way, то возле него и встретимся. Не-не-не, в красной одежде, чувак. О, блядь, зомби, зомби, чувак. Это не чувак, это зомби. О, слушай, тут чей-то дом. Как его ёбнуть? Тупая срань. Нету? Блядь, меня сейчас убьют зомби. Меня убили. Блин, а что мне делать? О, умри, и тебя распавнит, тебя распавнит на кэмп, короче. Короче, я нашел хату, я буду сейчас не сидеть. Какую хату? Давай ебанись. Короче, ты горы видишь такие каменные, скалы, скорее, больше, чем горы? Да, тут везде скалы. Ну, блядь, в натуре. Блин, хоть какие-то координаты бы. Дали бы. Ну ладно. Я бы хотел бы распалить костер, но я не знаю как. Ну, три факел. Руби факел. Чё три... Ну... Откуда здесь зомби? Я думал, ну просто это. Хэ, блядь.
Ой, не, не хочу факел, потушите его. Не факлом это делать, а нужно какой-то кремень, блин, найти, чертов. А где кремень искать? Зомби, чуваки. Это ж... О, я нашел чей-то дом. Я тоже дом нашел. С тремя окнами, да. Не, у меня без окон, просто такой... Ну, тяжело, вообще-то я дома бы тяжело бы назвать, но... Ну, такая херня, типа, с дверью. Ну да, такая будка. Сейчас я открою. А, вон еще есть какая-то херь. О, она явно больше. Она такая здоровая вообще, смотри. Закрыт, а этот, закрыт вход. Ну, уже видно, там кто-то сидит. Если ты ее видишь, то подходи сюда. Ну, о, тут, слушай, есть такая халупа здоровая, такая трехэтажная, с лестницей. Если ты ее увидишь, да, то... Да. Видишь? Да. Вот-вот, иди к ней, я сейчас на нее подпрыгну. Я уже нее прям на входе. Блин, я нихера не вижу, мне лампа отсвечит прям в экран. А, да что-то непонятно, что тут все. А я тебя не вижу. Ой-ой-ой, я наколол себе. А где ты? Да я тут возле. Слушай, я тебя не вижу возле этой херы. Блин, слушай, я темень вообще непроглядная. О. Я уже потерял тот дом, который был, ладно. Ну, бля, тебе ничего не поможет, тут похоже туалетик есть. Бля, тут кто-то стреляет. Парашка. Слышал выстрел? Не. А я слышал, значит мы с тобой явно далеко друг от друга. Тут... Темно, нихера не видно. Фу, бля, что делать? Бля, я не могу закрыть дверь. Надо было хоть немножко изучить суть игры. Ну, я понимаю, тут нужно просто выжить. Каким-то образом. Как похавать. Блин, чувак, нам надо с тобой слипнуться. Хорошо, у нас есть... А, мне нужно дерево. Не нужно, у меня есть камни. Бля, стоп. Откуда у тебя камень? Сейчас я подожди, гляну. Так, у нас есть, значит... Тут чуваки с автоматами ходят. Мне нужно дерево. Есть целое, блин, огромный кусок дерева. Как мне его... Лазер. А, топор. Мне нужен топор для того, чтобы сейчас что-то завалить. Это, что это за звук? Это звук радиации? Да-да-да, вот там у тебя третий пункт — это радиация. Видимо, здесь какая-то есть супер предыстория. А, я понял. Есть два. О, олени. Короче, я вижу какой-то дом. Ну, в смысле, человеческий, нормальный дом. Я с уже нормальной крышей. Ушел. Я вот... О, полени, я нашел полени. Как ты, блин, вообще что-то нашел? Я хожу тут только... Ну, у них, ладно, я нашел какие-то полени, но я не знаю, их видно подпаливать нужно. Hatch it together. Понятно, типа несложенное место, я уже и так понял это. А может траву? Короче, я сейчас иду прям лицом на луну, понял? И, передо мной камни и луна. Очень романтически. Романтично. Grass on falls. Зачем ты это пишешь? Никому не интересно. Я пытался отключить себе траву. О, стоп, это ты, да? Консоль, блять. В красной рубашке это зомби. Это, да? Зомби, чувак. Беги от него. Их там двое, бля. Ну их нахер. Я не хочу. О, даже... я нашел какую-то херь. Бля, да их там целая толпа. Костер. Костер нашел, да? Для я того, нашел. Чтобы костер, у тебя есть камни, но нет дерева. Не-не-не, тут уже костер. Все собрано, только какая-то херня. Так, блядь. Я нашел какой-то сарай. Ну и как мне его зажечь? Вот, у тебя... Я могу на нем приготовить. Сейчас, да, я ты должен приготовить, типа, ну, типа, все для того, чтобы он горел. Не-не, я могу на нем приготовить... А, да, может быть... Короче, я не понимаю. Надо будет взять... Ой, нужно... Слушай, чувак, но есть большая проблема. Да? Какая? Надо пожрать. Пожри. Я уже один раз подох. О, я нашел дорогу, слышишь? Никогда не встретимся, забей хера. Сейчас. Мы не встретимся. Не встретимся уже, Андрей. Вот. О, понял, злой башни. Слушай, а сколько у тебя сейчас радиацию показывает? 4.
Можем по радиации ориентироваться. Давай, я, 92 я в каких-то горах. Ну, я о, не... О, я вижу, типа, я вижу свечение. Я вижу, как облака затягивает какая-то голубая херь. Ты посмотри на небо. Проблема в том, что облаков я не вижу. Я нашел, типа, какой-то кемпинг. Так, я понимаю. Радиация затянулась в облаках. Очень прикольно выглядело. Бля, тут еще пароль надо ввести, чтобы зайти в домик. Ну, может, на 4 единицы? Видимо, себе. Нет, не 4 единицы. Блин, темно как... Хоть бери яркость монитора улучшай. О, так, хатынка. Ладно, я в каком-то домике. Я надеюсь, может, тут смогу закрыть дверь. Так, я забыл. Короче, я ничего не мог найти. Я понимаю... Я вижу костер небольшой. Ну, видел, по крайней мере. Но я думаю, там ничего хорошего не ждет. Я опять вижу зомби. Как тебе радиация? А, блин. Два. А, нет. Блин, что у меня такая высокая радиация? Что я... Куда, где я нахожусь? Ну, зажги. Срань. Блин. А, нихера здесь нету. По-моему, у меня зомби... А, нет. Я вижу два зомби, но им, по-моему, насрать на то, что у меня свет. Свет горит. Вот это начинал... Я без света хожу. Вот явно начинал строить дом. О-о-о, нет, не насрать. Сейчас кого-то опять поймет зомби. Вообще, мне страшно, чувак. Я хочу убежать отсюда. Нет. Бля, тут опять кто-то стреляет. Нихера, нет. Бля, я вообще нихера не вижу. Только что ж была луна. Ну нахере нас... Бля, ну ладно. Придется зажечь факел. Здесь не... Ого, какое качество. Чувак, тут тебе нужно найти дорогу. Я вижу чувака. Где этот чувак? Чувак, это не чувак. Это зомби, ёбаный. Из лука пишет целиться сложно. Опять это. Не-не-не, это... Срань какая, мне страшно. Я бегу за оленем, и мне страшно, чувак. Бля, убей оленя. Убей оленя. Ты, я не могу, за мной зомби бегут, я сейчас обосрусь. Не обсирайся. Сейчас. Я попытаюсь. Бля, почему ночь? Я хочу камнем. Бля, да как ебаную дверь открыть? А, open. Я, блин, даже не могу представить, где я, блин, нахожусь. Зомби бежит, что за мной бежит зомби? О, я вижу костер. Это не твой? Я вижу чей-то факел или костер. Это мой факел. Твой? Ну, я, по крайней мере, с факелом. Я сейчас бегу в лес, стой на месте. Ну, давай, у факела есть свойство заканчиваться, я не хочу срать. Это может быть даже костер. А, я вижу, бля, да ну тебя нахер, ты зомби. Да, там зомби? Бля, бежим. Срань какая-то. Бля, его можно запиздячить? Давай, я буду убегать, а ты будешь его бить. А че я его бить? Чувак, камень возьми. Бля, я нихуя не вижу. Бей его, я буду светить, а ты будешь бить. О, давай. Чувак, я не бей зомби. Да, блядь, я нихера не... Меня ебануло, хорошо. Да подсвети, я ж нихера не вижу. Я умер уже, подсвети.